Всем здрасте, мой папа депутат. Сегодня папа купил какую-то красную книгу и сказал, что это наше меню на ближайший месяц. Все, мне пора, там и русские тигры приготовились. Здорово, люди! Это я, Егор Вокруг Светов. И сегодня мы в Италии, в стране, которая выглядит, а порой и воняет, как сапог. Или это из-за пиццы с анчоусами. Короче, пофиг, мы здесь не для наслаждения, а для того, чтобы проверить, настолько ли сильно итальянцы любят пасту, как всем об этом говорят. Никому не двигаться! Вы чё, не поняли? Я сейчас пристрелю эти спагетти! Да, видимо, любовь итальянцев к пасте – такой же миф, как и то, что главная достопримечательность Монголии – это Олег Монгол. Святые фетучини, не делай этого, умоляю! Я питал любовь к пасте с молоком матери. Меня даже зовут Альдента Тайотелли. Забери мою Феррари, моих детей, мою девственность, в конце концов. Но не трогай пасту. Успокойся, парень. Не делай глупостей, просто положи спагетти. Нет, 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 не на землю. Положи на это, так им будет комфортно. Я президент Италии Серджио Маттарелла. И как лидер нации я давал клятву, что буду защищать пасту до последней капли болонезе. Каковы ваши требования? Ну вот и все. Теперь у меня есть вертолет, Моника Беллуччи и 20 миллионов евро, на которые я куплю все анчоусы в мире, чтобы никто больше не смог приготовить эту вонючую пиццу с анчоусами. Ну и раз все согласны, объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловать свой локоть. Что? Я спрашиваю, локоть свой можете поцеловать? Вот так вот. Нет, наверное. Ну, зашибись. Меня, бывшую гимнастку, значит, никто в жены не берет. А про фурсеток этих малолетних берут. Да пошли вы в задницу все! Ты чё, видео, что ли, снимаешь? Да давайте быстрее, придурки! Я ещё без воды тут подохну! Ай, твари! Ещё и оглушили! Ну, сейчас я тебе... Да я богатый шлёпок! У меня денег так много! Ненавижу эти концерты в долбанных провинциальных городах. Часы хотя бы оставьте. Снимаешь? Короче, официальное заявление. До своей днюхи я больше не бухаю. Красава! Сильно! Мощно! Снюхай, Димас! Да! Спасибо, пацаны! Наливайте! Ура! 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 земляне! Фуфло у вас, а не салют на День города! Давайте к следующему году получше готовьтесь! Мы прилетим, посмотрим! Наконец-то я создала ядерное оружие и теперь порабощу всю землю. Я такая злая. Всем привет, народ! Всем хорошей игры! Да пошел ты! Я чпокну тебя и твою мамку! А ты, походу, в первый раз играешь. В этой игре так нельзя. Так, надо срочно найти оружие. О, сковородка! Блин, надо валить отсюда. УАЗик, надеюсь, я успею выбраться из зоны быстрее, чем он сгниет. Долбанные кемперы. Они даже друг друга заметить не смогли. Блин, чуть-чуть до ангара не доехал. Там бы заныкался и все. А может и хорошо, что не доехал. О, ну наконец-то получится залутаться. Это будет самый легкий хедшот.
прицел? Ну, спасибо, блин, разработчики. Теперь я точно не промахнусь, когда буду закидывать пельмени в свое единственное оружие. Аж дышать тяжело. Как будто батя после пьянки лег спать в твою комнату. Слава богу, хотя бы выжил. Это ненадолго, но бяра вонючий. Нет! Да! Ура! Победа! Так, а где самолет? Эй, стой! Ты куда? Я чё, останусь на острове? Один? Кто-нибудь, помогите! Да какого черта эти разработчики не сделали рыб и птиц? А отвар из кустов и бинтов с голодухи не так уж и плох. Отличная история про плюшевого мишку Джессика. Ну что, кому еще энергетика? Лили, что ты? Ну не при всех же. Эта ночь должна быть особенной. А вот теперь, милая... Милая! Нет! Ай! Я не вынесу этого одиночества. Ха-ха-ха, придурок. Так и не понял, почему игра до сих пор не закончилась. Да! Я победил! Сегодня мы проверим, сколько резинок понадобится, чтобы отомстить за всех наших собратьев. Нет, я больше не выдержу. Долбанный тип-топ. Никогда не понятно, что здесь торт, а что нет. Все так просто. Парни, что подшить, надо хитрый быть. Я Павел Воль. Я Лисану Тяшева. И сегодня мы проверим, насколько крепка наша любовь с помощью гидравлического пресса. Я люблю тебя любовью всей моей любви. Я тебя люблю любовной любовью в миллионы раз сильнее, чем самая сильная любовь. Кажется, наша любовь настолько крепка, что мы уже можем отказаться от няни и сидеть с детьми сами. Ты что, глупенький? Это слишком жестко. Давай лучше наше объятие попробует разорвать сотни лошадей. Давай, Леха, сделай вокруг света! Без проблем! Ай! Лох! Извините, доктор, может быть, вы мне уже поможете? Пца, а может мне перестать слова не договор? Не, Макс, это же твоя главная фишка! Здрасте, я ваш большой фанат и всегда хотел быть таким же ровным пацаном, как и вы. Расскажите, как? Не вопрос, только олимпийку у деда возьми, чтоб с пацанами на одной волне быть. Расскажу тебе, братан, как быть нормальным пацаном. Все проблемы надо решать серьезным лицом. Если носки не воняют, то можно не стирать. Если плесени нет, то нужно доедать. И главное, пацанские правила соблюдать. Запомни все, делай только для пацанов. И пофиг на жен, матерей, отцов. Бабы рождены, чтоб пацанам изменять. И пацаны рождены, чтоб по бабам страдать. За братанов каждый день бейся до крови. Пацанов с собой повсюду бери. Всегда будь на мутках и делай дела. И пофиг, как ты поднимаешь бабла. Запомни, есть сначала, а какать потом. Пацан слышит ушами, а говорит ртом. Если холодно, оденься, если жарко, сними. Не хочешь подохнуть, пацан, дыши. Вот так. Черт, у него снова приступ пацанепси! Вызывайте скорую! Я что-то передумал становиться ровным пацаном.
Ну иди давай, на работу устройся, семью заведи и живи счастливо до глубокой старости, как чмошник. Ну все, готовь бабло, ты мне в жопу въехал. У меня денег нет. Дай сюда. Прикольный аппарат. И мне бампер починит, и твой от проблем убережет.